بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые братья и сестры по милости Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля мы собрались на этом уроке от тафсир Священного Корана. Сегодня у нас сура Аль-Маун, 107-я сура Священного Корана. Вначале, как обычно, зачитаем эту суру на арабском языке, на оригинале, потом мы ее переведем, потом мы ее, иншаллах, разберем, возьмем тафсир этой суры. Каля субханаху ва тааля, а'удзу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الماعون переводится эта сура здесь если честно в переводах Корана по-разному переводят эту суру переводят вот в одном переводе переводят в одном В одном переводе переводится как мелочь. Аль-Ма'ун переводится как мелочь. В другом переводе переводится как сосуд, посуда. Но сейчас мы, иншаллах, когда возьмем тафсир этой суры, поймем, почему переводится как мелочь, почему некоторые переводят как сосуд. То есть, где есть разница между словом мелочь и между сосудом, то есть какой-то посудой. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Араэйта лязи юкадзибу биддин». Видел ли ты того, кто считает ложью воздаяние? То есть, видел ли того, кто считает ложью ад-дин, воздаяние, судный день имеется в виду? То, кто не верит в судный день, воздаяние судного дня. «Фазалика лязи ядуу льятим» — это тот, кто гонит сироту. То есть, сифати, качество этих людей, которые не верят в судный день, одно из качеств — они прогоняют сироту. وَلَا يَحُبُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ И не побуждает накормить бедняка. То есть сам он не кормит бедняка, не помогает бедным и не побуждает даже других людей, не призывает к этому. Отгоняет, наоборот, от этого. فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ Горе молящимся. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ Которые небрежны к своим намазам. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ Которые лицемерят. Рия, то есть занимаются показухой. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ И отказывают даже в мелочи. В другом переводе отказывают даже в сосуде, в какой-то посуде. Давайте теперь с вами, иншаллах, разберем. То есть мы с вами взяли сейчас перевод, как переводят обычно на русский язык, там, скажем, в переводах Священного Корана. Сейчас углубимся в тафсир. Это сура Макки, мекканская сура. Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, говорит в первом аяте, «Араэйта лязи юкадзибу биддин» – «Видел ли ты того, кто не верит в судный день?» «Араэйта» – слово «раэйта» – «видел». Это роя, именно два мнения здесь есть по этому глаголу «видел ли ты». «Раайта роя аль-басария», то есть взглядом «видел ли ты». Может быть, это касательно «фи нафсин муайян», «фи чахсин муайян», касательно какого-то одного такого человека. То есть есть человек, например, который не верит в судный день. Во времена пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, не верили много курашитов, неверующие, не верили в судный день. Говорили посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Айза митна ва кунна турама ва айзама, а инна ла мубаатун». Если мы умрем, превратимся там в кости, от нас останется только кости, превратимся в прах, неужто мы воскреснем заново, о Мухаммад? То есть не верили. Не верили и во времена других пророков, во времена других посланников. Здесь как бы другое мнение «Аль-Хабария», «Руй Аль-Хабария». То есть как Аллах, субхану ва тааля, говорит, как хабар, какую-то весть. Как не то, что ты видел, а алим-то, знаешь ли такого-то, слышал ли о таком-то, приходилось ли тебе встречаться с таким-то, который не верит в судный день. И на сегодняшний день тоже, уважаемые братья и сестры, многие из нас, наверное, встречались с такими людьми, которые не верят в судный день. То есть, яум-ад-дин имеется в виду яум-ал-кияма, ля юмину биль-ба'ат, не верит в то, что люди воскреснут. Ад-дин – это одно из имен судного дня. Когда мы читаем с вами сурат аль-Фатиха, «Малики яумиддин», «Властелин судного дня», «Яумиддин». То же самое здесь Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Юказзибу биддин», «Не верит в дин», то есть имеется в виду в данном случае в день судного, в судный день.
Ад-Дин – это одно из имен, одно из названий судного дня. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране касательно мушриков, касательно язычников: «А инна ламадинун», то есть «Эй, мухасабун», неужто мы будем спрошены за наши дела? То есть мушрики не верили и не верят, что они будут спрошены в судный день за их деяния, за их действия. Теперь Аллах Субхану ва Тааля в первом аяте сказал, обращаясь к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, и также касательно нас всех, верующих мусульмане, так как Аль-Куран – это хитаб Аллаха Азза ва Джалла, это обращение Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Поэтому ученые говорят: «Иза аратта ан тасмаа хитаб Аллах, факра Аль-Куран». Если хочешь услышать обращение Аллаха, читай Куран. «Ва-иза аратта ан тухатиб Аллах, фа-алейка бис-сала». Если хочешь свое обращение оповестить Аллаху Субханаху ва Тааля, обратиться к Аллаху, то читай намаз. Через молитву обращайся к Аллаху Субханаху ва Тааля. Здесь Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Видели ли ты Мухаммад?» И каждый мусульманин на обращении: «Видели ли вы тех, которые не верят в судный день?» После этого какие их сифаты, какие их качества? «Фазалика аллази яду'у льятим». Это тот, который яду'у льятим, тот, который прогоняет ятима. Ятим имеется в виду сирота. Яду'у имеется в виду ядфа'у, отталкивает. То есть приходит сирота что-то попросить, он его отталкивает. «Иди прочь отсюда». Не то, что даже не помогает, а отталкивает, отдаляет его от себя и от других. Якхар, то есть с высокомерием относится к ятиму. Как Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Яума юда'уна иля нари джаханнама да'а». То есть это же глагол используется в судный день. Неверующие будут юда'уна иля нари джаханнама да'а, то ай юдфа'ун. В судный день они будут, их будут толкать в адскую пламя, в огонь, джаханнам. Да'а, то есть толкать будут ангелы. Ангелы будут толкать неверующих в адскую обитель, валь-ияду биллях. Ятим. Кто такой ятим? Мы с вами разбирали, говорили, то, что ятим – это «ман мата абуху кабля булух». Это тот, кто потерял отца перед тем, как повзрослел, в зрелом возрасте, до этого. То есть в детстве потерял своего отца. Или родился без отца. До совершеннолетия потерял своего отца. Это в шариате человек называется ятим. Когда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказали хадис, упомянули в прошлый раз: «Ана ва кафиру льятими фил джаннати кахатейни ва ашара иля сабабати валь вуста». Тот, кто взял на опеку ятима, именно сироту, со мной будет вот на таком расстоянии в раю, сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Также пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, обращаясь к Абу Дарру, сказал то, что «Аль-масху льятим», то есть если ты за голову погладишь ятима, «Хада юрзак шафакат в кальбик». Это вселит в твое сердце милость, мягкость. Поэтому тот, кто хочет прочувствовать мягкость своего сердца, пусть он погладит ятима, сироту по голове, прочувствует это, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, обращаясь к сподвижнику Абу Зарру, радиаллаху анху. Другое качество: «Ва ля яхубду аля та'амиль мискин». Не побуждает накормить бедняка. «Ля яхубду нафса», то есть сам не кормит, сам не помогает мискину, сам не помогает. Мискин – это нуждающий человек, у которого нету кутль йом, у которого нету ничего покушать, нету одежды, нуждается он в помощи. Сифаты этого человека, которого Аллах Субхану ва Тааля говорит, который не верит в судный день, то, что он отталкивает сироту, и он не побуждает накормить бедняка. Сам не делает этого, и других не побуждает. Бывают такие люди, стагфирулла, то есть сам, даже если не хочет помочь бедному, и других тоже отталкивает, не помогая ему, не нужно ему помогать, стагфирулла. Это плохие сифаты, это плохие качества человека. Акс сифаты муминин, наоборот же, у сифаты верующие, какие должны, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ва ютаимуна ат-таама аля хуббихи мискинан ва ятиман ва асира». Верующие, наоборот, они делают ютаимуна ат-таам, кормят аля хуббихи, не просто, а с любовью это делают. Бывает, когда человек помогает, знаете, так бы подходит к нему нуждающийся, он ему помогает, все, как бы, чтобы его проводить так побыстрее, да? А верующий человек, он с любовью это делает. Поэтому часто, когда мы встречаем, уважаемые братья и сестры, нуждающего человека, и другой человек думает, то, что вот он во мне нуждается. Нет, Аллах дает риск. Аллах Субхану ва Тааля дает риск, а ты должен благодарить Аллаха, то, что Аллах послал к тебе этого человека. Думаешь, что как бы вот он во мне нуждается, я ему помог, и потом там еще напоминает много лет. Но наоборот, он должен тут по-другому верующий смотреть на эти вещи. Должен сказать: «Альхамдулилля, Аллах как меня любит, то, что я послал ко мне нуждающего.
Он мог бы этого нуждающего послать к другому человеку. Тот бы взял бы награду. Аллах ко мне его послал. Если у меня была возможность, я ему помогу. Если нет, то я попрошу кого-то, чтобы ему помогли. То есть Аллах субхана ва тааля говорит, верующие, они с любовью делают это. Кормят бедняка, нуждающихся, ятимов, сирот и так далее. Именно для, почему они делают? Иннама нутаимукум ливаджхилля. Мы вас кормим ради Аллаха. Ливаджхилля, ради довольствия Аллаха. Ля нуриду минкум джазаан валя шукура. Мы не просим в ответ от вас ни благодарства, ни спасибо, ничего. Бывает такое даже, когда человек что-то делает хорошее, когда дает садака, и он ждет что-то в ответ. Ну вот я ему помогу, может быть, когда-то и ты мне поможешь. Вот так не нужно делать садака. Или, например, вот я же тебе тогда помог, помнишь? Сейчас ты мне помоги. Не должно быть такое. Я тебе, ты мне нет. Ты делаешь это ради Аллаха, все, забыл. Даже некоторые ученые говорят, не надо говорить там, у нас как принято, да, брат, вот бисмилля возьми, дуа, не забывай за меня делать. Тоже этого даже не нужно делать. Почему? Чтобы у тебя даже мысль не была, что я ему помог ради дуа. Я ему помог, все забыл, ради Аллаха, субхану ва тааля. Будет делать, иншаллах, джазахуллах хайр. Не будет, Аллах, субхану ва тааля, сам даст, иншаллах, по своей милости, по своей щедрости. После этого Аллах, субхану ва тааля, говорит, фавайлюн лиль мусаллин. Горе молящимся. Вайлюн, уважаемые братья и сестры, одно из мнений, это вади фи джаханнам. Это долина в аду. Другое, исму мин асмай нар. Одно из названий ада. То есть, посмотрите, обратите внимание, здесь Всевышний Аллах, субхану ва тааля, сказал, «Фавайлю лиль мусаллин, проклятое горе, или место обители в аду, долина в аду, кому? Читающим намаз». То есть, они читают намаз, но они еще будут в джаханнаме, они будут в обители. Что же это за, какие же это молящиеся? Аллах, субхану ва тааля, говорит, в сурате Ан-Ниса, «Иза каму, касательно мунафиков, касательно лицемеров, «Иза каму, иля салати каму, кусаля, юрауна ннаса, валя идкуруна Аллаха илля калиля». Эти такие мунафики, они встают на намаз, и когда встают на намаз, они встают кусаля, встают с ленью. То есть Аллаху Акбар сказал, ну что нужно помолиться, не так с любовью, не так, чтобы вот он жаждует встретиться с Аллахом, субхану ва тааля, в молитве, нет. Он побыстрее бы прочитать, и все как бы. Или читает, когда имам читает, например, он за имамом стоит, побыстрее бы имам закончил читать. То есть тяжело ему, он с неохотой встает, с ленью встает на намаз, как будто что-то это для него такое тяжелое. Вот это сифатель мунафикин, именно одно из описаний мунафиков, лицемеров, когда они молятся, они с неохотой это делают. «Юрауна наса валяет куруна Аллаха илля калиля». Они делают на показуху это перед людьми. Но Аллаха они в этой молитве очень мало поминают. То есть, если люди, например, бывает такое, когда человек, например, не молится, то молится, то не молится, то есть небрежно относится к своей молитве, к своей молитве. Аллядина, в следующем аяте Всевышний Аллах Субхану говорит, «Аллядина хума ансалати им сахун», который небрежно относится к своим молитвам. То есть, небрежно относится к своим молитвам. Бывает такое, что человек не ставит будильник на утренний намаз. А когда проснусь, там уже солнце выходит, я потом почитаю. Или, например, видит там, что время намаза зашло, уже выходит время, он еще там чай пьет, разговаривает. На второй план ставит намаз. То есть небрежно относится к намазу. То есть эти люди, Аллах субхану ва тааля, их проклинает, уважаемые братья и сестры. Они молятся, они намаз читают, но они небрежны к своим молитвам. Или, например, подходит время намаза, он то есть не готовится к намазу, то есть не с желанием это делает. То есть, побыстрее бы прошел. Вот такое вот отношение к молитве. А у верующего человека какое должно быть отношение к молитве? Трепетно. Как Аиша, радиаллаху анха, говорила касательно посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Иза кана наби, саллаллаху алейхи ва саллям, фи шугли бейти». Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, занимался какими-то домашними делами, то есть был среди своей семьи, то есть играл с детьми, то есть играл, то есть общался с супругой, делал какие-то домашние дела, «Фа иза аддана Биляль». Говорит, а когда азан Биляля, радиаллаху анху, говорил, «Кааннаху ля яарифуна ва ля наарифу». Он менялся сразу, как будто он нас не знает, и мы его не знаем. То есть такой был, саллаллаху алейхи ва саллям. Как бы сказал, «Аиша, сейчас не твое время, сейчас время Аллаха, сейчас время для намаза». То есть такое вот, «Кан йасфарру вуджухум», некоторых сахабов желтели лица перед намазом, когда слышали азан, когда брали омовение. То есть они понимали важность, перед кем они будут стоять, перед кем они будут общаться. Кому они обращаются? К Аллаху, субхану ва тааля. Это было, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил Биляль, радиаллаху анху, «Арихна я Биляль».
О, Биляль, дай нам возможность отдохнуть. То есть скажи азан, чтобы мы молились. В намазах они отдыхали. Как сказал саллаллаху алейхи ва саллям, уджу алейт куррати айни ли фи салля. И куррати айни, все, что туманинату кальби, туманинату рухи, айни фи салля. То есть все спокойствие моей души, моего тела, моих глаз. Это я находил в намазе, говорил саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому ученые говорят, вайлю лиль мусаллина ладзина хум аля салатихим сахун, горе или место, отдельное место в аду для молящихся, которые небрежны к своим молитвам, дали такое понимание. «Мен юсалли фаля ярджу хайраха, валя яхша Аллаха ида таракаха». Это тот, который, когда молится, не задумывается о благе этого намаза. Не задумывается о благе этого намаза. А если он оставит, то Аллаха не боится в этом. То есть оставил, оставил, пропустил, пропустил. А как бы бывают такие люди, легко относятся к намазу. Хотя должен понимать верующий, муъмин, то, что ас-саля, рукн мин аркан ил-ислам, столб из столпов ислама. Есть хиляф, разногласие, тот, кто молится, не молится, верующий он вообще или неверующий. Но, как сказал один из ученых, даже если взять, что он верующий, ну ты тот, кто оставляет намаз, тот, кто небрежно относится к своим намазам. Довольствуешься ли ты для себя, что умма, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, разногласит касательно тебя, верующий ты или нет? Даже в этом ты довольствен ли для себя или нет? Поэтому относительно трепет должен быть к намазу. Аллах Субхану ва Тааля сказал в Коране: «Инна салата канат аля аль-муминина китаба мавкута». Поистине намаз для верующих приказан Аллахом своевременно молиться. Или тот человек, который, например, там, соединяет намазы, например, не будучи мусафиром, то есть, а времени у него нету, там, он не успел, давай, и постоянно это делает. То есть небрежный, кто относится к намазам, к нему ему готовлено отдельное наказание в судный день, говорит Субхану ва Тааля. И здесь, уважаемые братья, касательно таджвида, так скажем, да, чтения Корана, если человек читает эту суру, останавливаться на этом аяте и потом, например, уходить в руку, это запрещено. Например, «Фавайлю лиль мусаллин» – «Горе молящимся». И человек, если Аллаху Акбар сказал, потом «Сами Аллаху Мухаммад» – так делать нельзя, что нужно дальше продолжать. «Алладина хум ан салатихим сахун» – те, кто небрежны к своим молитвам. Если человек остановится здесь, «Вукуф хун аль-кабих», как говорят ученые, здесь остановка, она плохая, она не дает весь смысл. Как будто человек сказал «горе молящимся», то есть все, кто молится, они для них горе, им уготовлено наказание. Не об этом Аллах Субхану ва Тааля хочет сказать, а хочет сказать о каких молящихся? О тех молящихся, которые небрежно относятся к своим намазам, которые небрежно относятся к своим намазам. Именно не в намазах небрежно, а к намазам небрежно. То есть Аллах Субхану ва Тааля не сказал «Алляди лахум фи салятихим сахун» – те, кто небрежно в своих намазах. Поэтому Ата ибн Динар, рахмахуллах, сказал «Альхамду лиллахи лязи каля ам салятихим сахун, валям якул фи салятихим сахун». Благодарю Аллаха, который сказал «небрежно относится к своим намазам», но он не сказал Всевышний Аллах «небрежно относится в намазах». То есть имеется в виду, каждый из нас кто-то может во время намаза, например, о чем-то подумать. Аллаху Акбар сказал там о машине своей, о работе или о детях. У каждого это может быть ошибиться и так далее. То есть о чем-то задумался. Поэтому, альхамдулиллях, здесь Всевышний Аллах Субхану нисходительный к отношению верующим и сказал «небрежно по относительно к своим намазам». А не сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля «небрежно в своих намазах». Поэтому а те, которые бывают, сбиваются в намазах и так далее, это нормальные вещи, порядка вещей. То, что было даже с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, как в хадисе «Зиль-Ядейн», то, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, «салля аль-аср ракаатейн», то, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, ошибся один раз и прочитал не 4 ракаата асра, а 2 ракаата. Или «кама йоумен ан ташахуда ауэль фалям яджлис лях». То есть один день посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, забылся, и когда вот после второго ракаата есть ташахуд, сидеть нужно, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, встал, не сидел, то есть забылся он человек. Поэтому имеется в виду здесь не те, кто небрежны в намазах, а те, кто небрежны к намазам относится. Так же, как одна из фаида, одна из здесь такой пользы, пришел к Ибн Мас'уду, радаллаху анху, один из яхуди, один из иудеев, и сказал: «Нахну ахда минкум сабиля». То есть мы более на правильном пути, чем вы. Тогда Ибн Мас'уд, радаллаху анху, удивился и сказал: «Бина, почему, в чем вы более правильны, чем мы, чем мусульмане?» На что сказал: «Сахву фи салатикум, валя насху фи салатина». То есть у вас в Коране сказано, то, что вы в своих намазах иногда небрежны бываете, а мы не бываем небрежны в своих намазах. То есть имеется в виду,
вы о чем-то можете подумать в молитвах, в своих намазах, а мы в своих молитвах ни о чем не думаем. Тогда Ибн Масуд радаллаху анху сказал: «Умада яфалю шайтану фи байти хариб». А что делать шайтану в разрушенном доме? То есть шайтан, уважаемые братья и сестры, он всегда подходит туда, где все правильно. Где неправильно, шайтану там неинтересно. Даже вот бывает, даже посмотрите, например, шайтан хочет сбить всегда праведников. Юасивис много нашептывает. А бывает, который человек заблудший, к шайтану к нему уже даже там не подходит. Шайтану он не интересен, он уже сбился. А который вот на прямом пути, он шайтан хочет его всегда нашептать ему, чтобы он сбился с прямого пути. «Аллядина хум юраун». В следующем аяте Всевышний Аллах Субхану Таля сказал, которые лицемерят, то есть делают какие-то действия на показуху. То есть имеется в виду юраун да имен, постоянно занимается показухой. «Фи джамия а'налихим». Во всех своих делах. В намазе они с показухой читают намаз. Например, человек идет в мечеть, у него, например, увидел мискина какого-то, хочет помочь ему, и не хотел помочь ему, увидел, кто-то из мусульман идет, там специально берет деньги и перед другими братьями это делает, то есть рия показывает. Или как часто бывает, например, есть действия, которые, о которых должен знать только Аллах, субхана ва тааля. Например, какие-то благие дела, навафиль. Например, понедельник, четверг кто-то постится. Бывают такие там, ты сегодня постишься, там, то есть открыто это. Альхамдулиллах, постишься, как бы это не фарт, это не рамадан, но оставь это между собой Аллахом, будет больше награды. Или какие-то дела, какие-то садака кто-то дает. Бывает там, раньше, помню, в мечетях там квитанции выписывали, кто сколько дал садака, и выкрикивали, их имена там объявляли. Этот столько дал, этот столько дал, это столько, и друг на друга смотрят, ничего себе, ты больше дал, чем я, ты, машаллах, там... И он еще ждет квитанцию, дайте мне, там, сколько я положил там, в ящик и так далее. То есть для чего ты делаешь здесь между тобой и Аллахом эти действия, уважаемые братья и сестры? Такие действия должны быть между Аллахом Субхану ва Тааля и между рабом, между нами и Аллахом Субхану ва Тааля. Как один из, чтобы разбавить, так скажем, немножко, один из анекдотов рассказывали. Один человек молится в мечети, Аллаху Акбар, Каббар, быстро читает намаз. И почувствовал, что кто-то зашел в мечеть. И как он прочувствовал, что кто-то зашел в мечеть, два брата другие зашли в мечеть, он медленно начал читать, красиво начал читать, нараспеев, так, на показуху. И потом, когда на ташахуде сидел, ат-тахияту лиллахи, его слова читал, эти два брата смотрят между собой, переговаривают, говорят, смотри, как он красиво, по сунне, не торопясь читает молитву. Это был понедельник. Он поворачивается во время намаза, поворачивается и им говорит, а я сегодня еще и пощусь, я сегодня еще сыям держу, я сегодня еще пост держу. То есть, опять же, то есть, как бы показывает это другим людям. То есть, верующий человек, уважаемые братья и сестры, делает айбада, делает поклонение ради Аллаха. Не на показуху для людей, ради Аллаха, субхану ва тааля. А мунафик, лицемер, он показывает свои деяния, то есть, хвастается своими деяниями, то есть, не ради Аллаха, субхану ва тааля. Здесь мы должны знать одну вещь. За благие дела. Кто нам может дать награду? Аллах, субхану ва тааля. За благие дела. Кто дает награду? Аллах, субхану ва тааля. Тогда какая же польза, мой брат или сестра, от того, что знает Зейд или Амр или Мухаммад, сделал ты благое дело или нет? Если знает то, кто сотворил нас, Аллах, субхану ва тааля, и то, кто тебя может наградить. Лучше для тебя, чтобы они не знали, потому что тебя наградит не он, не эти люди в судный день, а наградит за это Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. И если чем более скрытое, нафиль, какое-то дело будет сделано, более скрыто, тем награды тот же больше будет. И ният более правильный будет, более правильно намерение будет. Да, Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит, Субханаху ва Тааля, те, которые расходят на пути Аллаха Субханаху ва Тааля, сирран ва алания. Как скрыто, так и открыто. Открыто, чтобы быть примером для других. Однако скрыто, как верующий должен давать садака, хатта ля та'ляму шималю ма тунфик ямину. Так должен давать, то, что левая рука, чтобы не знала, что дает правая. Чтобы левая даже не знала, что дает правая. Потому что ты делаешь это ради довольствия Аллаха, субханаху ва та'аля, не ради показухи, не ради довольствия кого-то других. И последний аяте сказал, субханаху ва та'аля, ва ямнауна аль-ма'ун. И отказывают даже в мелочи. Вот как раз вот мы сейчас вернулись к названию этой суры. Аль-Ма'ун переводится как сосуд. Также Аль-Ма'ун переводится что-то мелочное, что-то недорогое. Что имеется в виду отказывают даже в мелочи или отказывают даже в сосуде? Оба перевода правильные. Аль-Ма'ун, если взять
Дословно это то, что вот вращается среди людей. От одного другому передается. Какая-то посуда, например, или какой-то сосуд, или что-то недорогое такое. Здесь ихтиляф, много-много-много мнений по имени, именно по имени вот этого слова «аль-ма'ун». Но это разногласие ихтиляфу танавва, валя ихтиляфу тадад. Тут нету проблемы. Это ихтиляф не противоречие друг другу, а ихтиляф разнообразие. Некоторые говорят, «ма'ун» это переводится как «закат». Это самое, что главное, то есть самое такое весомое слово, самое такое, самое такое, что высшее можно было сказать об этом. Другие же говорят, «аль-ма'ун» это сосуд или какая-то посуда, или что-то мелочь, что-то недорогое. Например, когда человек попросил, например, у кого-то что-то в долг, возьмем, например, 30 тысяч рублей, то два, тот, кто дает, и тот, кто ему у него берет, они берут, там пишут договор, то есть я тебе одолжил 30 тысяч рублей там, до такого-то срока. То есть они придерживаются вот этих дат, чтобы вернуть, чтобы обратно забрать. А это, то есть, ля яхтадж лиль китаба, это что-то такое мелочное, то, что даже не нужно записывать. Например, бывает такое часто, сосед попросил там, например, к нам гости побольше пришли, там, дайте, можно у вас занять там стулья, например. Такие стулья ты даешь соседам, соседу своему даешь, помогаешь в этом вопросе. Или, например, дайте нам кастрюлю, там, или тарелки, или ложки. Или, например, кто-то просил, дай, брат, пожалуйста, ручку, у меня, я попишу, потом тебе верну. Вот именно это и есть понимание вот этого слова «аль-ма'ун». То есть имеется в виду, это запрещает, отказываешь в чем-то мелочном. Если в мелочном они отказывают, тогда что уже говорить о чем-то более высоком. Поэтому верующим запрещено в чем-то отказывать, например, соседу, если он, ты знаешь, что сосед, он хорошо отнесется к твоей посуде, там, и он потом вернет это, тот верующий не должен отказывать в этом. Аллах, и здесь как да'ва мин Аллах, здесь побуждение от Аллаха, призыв от Аллаха, субхана ва та'аля, чтобы верующие помогали друг другу в том, в чем нуждаются люди. И здесь... И определение такое красивое дали ученые, что такое ма'ун. Ма'ун шейн лади ла истахил инсану ан ятлубаху, ва лейса хунак миннатун лиман юати. Это ма'ун, это та вещь, то, кто ее просит, не стесняется попросить. То есть, когда ты хочешь попросить какую-то сумму, например, 10 тысяч рублей, 20 тысяч рублей, 50 тысяч рублей, ты стесняешься, бываешь, тебе тяжело становится на сердце. Как я у него попрошу долг? Мне тяжело, но хотя я нуждаюсь. А ма'ун это то, что ты не стесняешься. Брат, дай мне ручку, пожалуйста. Брат, дай мне там тюбетейку, пожалуйста. Брат, там соседу, можно там у вас чайник взять, там провод, шнур взять, розетку там, чтобы этот, зарядное устройство. То есть, такое что-то мелочное. Вот это ма'ун. То есть, тот, кто спрашивает, он не стесняется спросить это. И нету тяжести, тяготы на том, кто это дает. Вот это аль-ма'ун в двух словах. Поэтому, как сказал, почему Аллах, субхану ва тааля, здесь, уважаемые братья и сестры, сказал вначале горе или место в аду для тех, кто молящийся, для молящихся, которые небрежны в своих молитвах, которые делают дела на показуху. И после этого Всевышний Аллах, субхану ва тааля, сказал и отказывают даже в мелочь. Намаз хакку лиллах азза ва джалла. Намаз это хак, которым принадлежит Аллаху субхану ва тааля. А вот эти остальные вещи, мелочные вещи, хакку лиль халк. Это те вещи, которые хак людей, хак рабов Аллаха субхану ва тааля. Поэтому Ан-Нисабури рахмахуллах сказал: "Ва камалу шакава". Ан-Нисабури в книге Гараиб аль-Фуркан ва Рагаиб аль-Куран сказал: "Ва камалу шакава". أن يجتمع في عبد عدم مراعاة تعظيم الله وعدم مراعاة الشفقة على الخلق. كمال الشقاوة полный вот несчастный человек это тот у которого в чем сердце две вещи есть, две вещи собраны. عدم مراعاة تعظيم الله это тот кто своим сердцем не возвеличивает Аллаха. И второе عدم مراعاة الشفقة على الخلق у того в чем сердце нету милосердия по отношению к творению Аллаха. Несчастный человек, в чем сердце нету возвеличивания Всевышнего Аллаха, и в чем сердце нету милости и милосердия по отношению к творению, созданию Аллаха. Давайте теперь задумаемся, уважаемые братья и сестры, если это полное несчастье, тогда что может быть нам полное счастье? Что полное счастье? Полное счастье, когда в наших сердцах будет возвеличение Аллаха, субхана ва тааля, и
в наших сердцах есть милость, милосердие по отношению к созданию Аллаха, субхану ва тааля, по отношению к людям, по отношению к животным, к растениям, по отношению к соседям, близким, родственникам. Если у нас есть шафака, милость, милосердие, то, инша Аллах, мы из счастливых людей. Мы счастливые люди, инша Аллах. Если мы можем возвеличивать Аллаха сердцами, если мы можем с милостью, с милосердием относиться к созданию Аллаха, субханаху ва тааля. Зачитаем еще раз эту суру и вкратце еще раз переведем, иншаллах. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Видел ли ты того, кто считает ложью воздаяние? Видел ли ты, Мухаммад, того, кто не верит в судный день? فَذَلِكَ الَّذِيَ دُعُ الْيَتِيمِ. Какие же их сифаты? Какие же они, эти люди? Это тот, кто гонит сироту, прогоняет сироту. وَلَا يَحُضَّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. И не побуждает накормить бедняка. То есть сам не помогает бедняку и других тоже отдаляет от того, чтобы накормили, помогли бедняку. فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينِ. Горе молящимся. То есть они молятся, они читают намаз. Какие же молящиеся? Какие те люди, которые читают намаз, но им еще уготовлено горе и наказание в аду? Те, кто небрежны к своим намазам, кто на показуху читает намаз, тот, кто специально будильник на утренний намаз не ставит, а ставит после восхода солнца, тот, кто видит, что намаз выходит, он его, а потом почитает. То есть нет у него трепета перед Аллахом. Он считает намаз это, мы верующие должны считать, что намаз это более важнее для нас, чем сделать какой-то вдох. Каждый из нас, когда задают вопросы часто, вот я на такой-такой-то работе там работаю, но намаз нет у меня возможности, как мне читать? Старайся, брат, старайся, сестра, найти возможность прочитать. Ты же находишь время покушать, ты же находишь время в туалет сходить, извините, да? Ну так же найди время, это более важнее. Помолиться Аллаху, выполни долг Аллаха, субхану ва тааля. Алладинахум ан салатим сахун, алладинахум юраун, которые лицемерят, которые дела свои делают на показуху. А верующий человек, он делает дела не на показуху людей, а ради Аллаха. Он знает то, что Аллах Субхану Та'аля видит, Аллах Субхану Та'аля его за это наградит, и все действия делают ради довольствия Всевышнего Субхану Та'аля. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ. И отказывают даже в мелочи. То есть даже ручку попросить невозможно бывает у некоторого человека, ему жалко даже ручку дать тебе, там пописать, потом отдать, или зарядник дать, или посуду какую-то. Вот это... краткий такой тафсир сура Аль-Маун. Просим Аллах Субхану Тааля, чтобы дал нам, иншаллах, барака из-за того, что мы услышали. Джазакум Аллах хайр, иншаллах. До следующих, до новых встреч. Иншаллах, в понедельник. Также в 8 часов по московскому времени вечером. Иншаллах, мы с вами встретимся в понедельник. Берегите себя, близких. Аллах хафадкум ва раакум джамиа. Барак Аллафикум. Ассалаллаху аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи джма'ин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.